Криптовалюты не будут иметь обращения на внутреннем рынке, заявляют в правительстве Беларуси. Но они могут использоваться в пределах парка высоких технологий, специальной регуляторной площадки. Ориентация белорусской силиконовой долины – разработка программного обеспечения. Резидентами парка высоких технологий являются только зарегистрированные субъекты хозяйствования. Среди них и крупнейшие мировые аутсорсинговые компании. Благодаря налоговым льготам и привлекательности для инвесторов, виртуальный парк уже стал инкубатором для открытия новых перспективных ниш интернет-разработки и рождения стартапов.